Новосибирская область вместе со всей страной продолжает готовиться к юбилею Великой Победы. На этой неделе стартовала массовая раздача георгиевских ленточек. Только в Первомайском сквере Новосибирска раздали около 4000. В раздаче лент приняли участие волонтеры, студенты, союз пионеров. С ними были проведены инструктажи, видеоуроки, сдавали даже небольшой экзамен. За ленточками сразу выстроилась очередь. Причем это только начало акции. До 9 мая на общественных началах не только раздадут около 10 километров ленты, но и напомнят, что с ней можно делать, а что нельзя. Разные общественные организации, госструктуры выходят, распространяют ленточку, ну и пытаются, скажем так, до жителей донести, что такое георгиевская лента, суть ее истории, правила ее ношения, то есть что нельзя там на животных одевать эти ленты, нельзя на машину эти ленты цеплять, на сумки и так далее. Это атрибут именно, который носится на, скажем так, на уровне груди, вот здесь, с левой стороны, и, ну, скажем так, имеет определенное значение и дань уважения нашим предкам.